Все, ребята, едем домой из клиники. Завтра обязательно на прием к врачу. Сделали ему дренаж от самого ушка вниз до самой груди. Пока все текет. Ну, ребят, очнулись от наркоза. Да, моя хорошая, кровь капает. Кровь капает с горлышка. Ничего, все будет хорошо. Очнулись от наркоза. Завтра на осмотр к врачу. И еще раз на капельницу. Ребята, едем в клинику. Опухоль стала меньше. Сейчас все равно еще раз мальчика прокапаем, промоем все. Посмотрим, какие у нас анализы. Так? Все, ребята, будет все в порядке, надеюсь. И спасибо, ребят, огромное-огромное спасибо за то, что вы с нами и за то, что вы нам помогаете. Ребят, это был экстренный крик, и я очень вам благодарна за вашу помощь. Спасибо, мои хорошие. Ребята, я вам очень благодарна за то, что вы откликаетесь. Я понимаю, что конец месяца, ни у кого денег нет. Ребята, ну хоть по капле, потихоньку, сбор начали. Ребята, я вам безумно благодарна. Ну, от всего сердца, от всей души. Я вам так благодарна, мои хорошие, что вы рядом. Даже когда так трудно, вы все равно поддерживаете. Спасибо, что отозвались на боль Марика. Спасибо, что отозвались на боль вот этих котят. И скоро предстоит операция по удалению глазок. Можно его разрезать сейчас? Да, мы срежем сейчас. Спасибо. Да что? Нет, ребенок себе хорошо сейчас. И сегодня прям поскуливал, чтобы его на улице ловили. Просится на улицу. Гулять? Да. В туалет он не хочет дома. Ну, понятно. Умничка. Такая шишка ушла за ночь. Мои хорошие, спасибо за то, что смогли, за то, что сохраняете в душе человечность. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Все, здесь вот отток. Нет, отток основной – это дренажи. А здесь вещевой канал уже. А, сам по себе. Я о чем хочу сказать? Угу. Вот эта вот ткань, она мертвая. Так. Вот. Она может отпасть? Может отвалиться, да. Если вдруг отвалится, приедете, посмотрим, угу, что. А так вот перекись, салфетка с перекисью, здесь вот эта вся область должна быть чистая. Я поняла. Там по мере накопления два раза в день, значит, два раза. Да, это хоть не важно. Это можно, это не страшно. Ну, в общем-то, я думаю, что будет все хорошо у меня. Иди сюда, дитя наш. Скажите, его в таком возрасте кастрировать нельзя? Можно, почему нельзя? Можно, да, хорошо. Ролики о Марике, ну, пока он не поправится, я буду выпускать каждые 2-3 дня. Чтобы вы видели, как наш малыш получил второй шанс на жизнь. И я уверена, проживет. Будем вести о нем репортаж, пока не найдем мальчику дом. Вы с нами, ребята. Спасибо за то, что так искренне, с таким теплом отзываетесь и столько хороших слов пишете, ребята. И спасибо, что не забываете делиться с нами теми крохами, что отрываете от семьи. Ребята, я вам так благодарна. Храни вас Бог, мои дорогие. Храни вас Бог, родные мои. Спасибо.